Совершенно нам близкая гавань. Вы обратили внимание на то, что набережная оформлена гранитом. Оформляли набережную гранитом для того, чтобы остров не размывался. Это на рубеже 19-20 века. И вот восточные парадные ворота. Видите, как раз у нас сейчас справа. Для принятия крестного хода. Прямо по курсу следования нашего теплохода это искусственная дамба. Часто спрашивают. Вы знаете, часто спрашивают, вот на острове до того доходят и говорят, а где же у вас тут материнский остров? Вот знаете, вот где причалит наш сейчас теплоход, это материн. Мы пойдем по искусственной дамбе, а монастырь расположен на острове. Итак, мы сейчас выйдем на берег. Кому будет интересен мой рассказ, я продолжу рассказ по территории монастыря. Я займу у вас времени приблизительно час. Потом у вас будет свободное время. Как я уже сказала, вы можете заняться в монастыре, войти в храм, все. Значит, на территорию монастыря просят не входить в ботинках. Женщин просят не входить в брюках с открытыми плечами, с открытыми головами. На территории монастыря просят не курить. Так, юбочки вам дадут. Но вы с платочками, подождите, пожалуйста, минуту.